Идея единого учебника истории, несомненно, полезна, поскольку все мы должны, по крайней мере, говорить о нашей истории на одном и том же языке. Нынешняя версия концепции этого учебника, мягко говоря, не решает поставленную задачу. В ней авторы постарались уйти как раз от того, что от них требовалось. А именно, они пытаются вообще не давать оценок событиям. А это значит, что они не пытаются излагать те закономерности, которые породили эти события. Ведь исторические события – это вовсе не нагромождение случайностей. Они проистекают из достаточно четких и серьезных закономерностей. Та улица, где я живу в Одессе, в советское время носила имя Франца Меринга. Это весьма известный историк XIX века. Более всего он известен тем, что лет 20 спорил с Марксом, пытаясь опровергнуть концепцию исторического материализма, то есть зависимости хода истории от объективных материальных предпосылок и развития всей истории вместе с развитием этих предпосылок. После двух десятилетий спора Меринг признал себя побежденным, стал сам усиленно развивать концепцию исторического материализма, а на старости лет стал даже одним из основателей Союза Спартака, вскоре переросшего в коммунистическую партию Германии. Так вот, я тоже довольно долго пытался обойти как-нибудь концепцию исторического материализма, но в конце концов убедился, что это невозможно. Да, конечно, исторический материализм объясняет ход истории только в целом, на больших отрезках времени и на больших территориях, но, тем не менее, если вообще отказаться от этой концепции, то история предстает бессмысленным нагромождением ошибок и жестокости. И если бы авторы концепции учебника положили в основу идею исторического материализма, то даже если бы они не пытались развивать эту концепцию на материалах, появившихся уже после смерти Маркса и Меринга, они все равно сделали бы гораздо больше и принесли бы стране и народу гораздо больше пользы, чем сейчас, когда они пытаются вообще ничего не сказать об истории как о цельном и закономерном процессе.